Летом дорога Ульяновск-Архангельская превращается в оживленную трассу. Ежедневно тысячи ульяновцев ездят по ней к своим дачным участкам и на природу. Здесь же рядом строящиеся кварталы ГИД. Ремонт дорожного полотна назрел давно. На данный момент на участке уже заложили выравнивающий слой асфальтового покрытия. Далее устройство верхнего слоя и дорожная разметка. Ее обновят на участке от села Мирный до села Архангельская. Меньше пробок будет. Асфальтное покрытие старое, которое было, оно было полностью изношено. То есть образовывались ямы, кочки, неровности в асфальтном покрытии. Однако поступили и жалобы. В соцсетях ульяновцы пишут о пробках из-за ремонта. На заседании штаба по комплексному развитию региона глава Минтранса Евгений Лазарев отметил, все работы ведутся по графику. Ремонт ведется по НАСПроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году на территории региона ремонт будет выполнен на 62 объектах. Из 62 объектов в настоящее время на одном объекте работа закончена 100%, и на 44 работы ведутся. Это 22 объекта на областных дорогах и 19 объектов в городе Ульяновске. Да, действительно, на прошлой неделе было большое количество жалоб населения за предоставленное удобство. Мы еще раз приносим свои извинения и провели ряд организационных совещаний совместно с администрацией города Ульяновска, где проговорили с подрядным организациями, организовали несколько сменной работы по асфальтным работам. Работы в Ульяновске планируется завершить до 15 октября. На участках региональных трасс планируют закончить до 30 сентября. Анна Тищенко, Управда ТВ.